Greetings everyone and welcome to the lesson of English language. Здравствуйте, приветствую вас. Добро пожаловать на урок английского языка. I'm a teacher of English. My name is Лафицкая Евгения. Вместе мы изучаем английский язык для путешествий. Тема нашего сегодняшнего урока – заезд в отель. Красиво произносить фразы и слова нам будет помогать носитель английского языка. Hi, I'm Luke. I'm an English teacher. I'm going to help you with your English. Итак, давайте начнем. Гостиница, отель, по-английски будет hotel. 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 Check-in. Регистрация, заезд. Check-in. Check-in. Повторите. Отлично. Выезд из отеля будет check-out. 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 Check-in – заезд. Check-out – выезд. Попробуйте повторить. Я хочу, по-английски будет I want. Теперь давайте скажем предложение. Я хочу заехать в отель. I want to check in. I want to check in. I want to check in. Повторите предложение. У вас замечательно получается. В конце нашего отдыха мы готовы выехать из отеля, поэтому мы скажем на ресепшн так. I want to check out. I want to check out. I want to check out. Повторите предложение. Room. Комната. Room. 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 Повторите. Need. Нужда. Need. Need. При заселении в отель туристу очень важно попросить хороший номер, например, с видом на море. Давайте научимся, как это сделать. View. По-английски вид. View. View. See – по-английски море. И давайте теперь скажем вид на море. Sea view. Sea view. Sea view. Попробуйте повторить. Garden – по-английски сад. Garden view. Garden view. Попробуйте повторить. Street. По-английски улица. Street view. Street view. Повторите. Отлично. По-английски предлог с будет with. With. Теперь объединим слова в предложение и скажем по-английски. I need a room with a sea view. Мне нужен номер с видом на море. I need a room with a sea view. I need a room with a sea view. Попробуйте сказать все предложение сразу. Good for you. Отлично. I need a room
with a garden view. Мне нужен номер с видом на сад. I need a room with a garden view. I need a room with a garden view. Повторите. I need a room with a street view. Мне нужен номер с видом на улицу. I need a room with a street view. I need a room with a street view. Повторите. Урок окончен. Сегодня мы узнали очень много нового о заселении в отель. Для того, чтобы лучше выучить слова и фразы, посмотрите это видео еще раз. Try to use English in a hotel. I wish you success. Я желаю вам успехов и отличных путешествий. До новых встреч! Впереди много нового и интересного. До свидания!